Всем приветик от старшенького и ушки. И вот хочу показать для сравнения младшего, то есть насколько дети отличаются. Я их вместе оставлять не буду, это опасно. Чисто, чтобы вы сравнили. Значит, тот, что постарше, это ребенок горохи. Младший ребенок бананы. Вот такая разница по цветовой гамме. Ну, этого я еще тут не убирала, он надо вытирать углы. Да, вот настолько они отличимы. Я там пустила таракашку, вот, чтобы этот дружочек не обидел младшего. А младший приклеился в лужу и забуксовал, называется, все. Прилип хвостом, такое у него часто бывает, и лапы склеиваются маленькие. Не-не-не-не-не, хвост мы не едим. Нет, нет, нет. Давай тебе еще таракана пущу, подожди. Напускала тараканов, чтобы не было... У старшего желания охотиться за младшим. Вон они, таракашки. То есть вот такая цветовая гамма. Младшенький очень сильно отличается от старшего. Так что посмотрим, какие дети вырастут. Угу. Малыши, кстати, продаются, как и два старших парня тоже. Кому надо, обращайтесь. Да, тот сейчас пойдет ловить. Да, это тебе. Да, только хвост малыша не ешь. Пойди поохоться на тараканчиков. Да-да-да, пойди, пойди. Это все тебе. Да. Вон они, видишь, как могут. Давай-давай. Вот такая красопета у нас растет. Ух! В итоге старший всех выловил. Остался доволен. И малыш в результате этого всего не пострадал. Как-то так, охотник. Да лови уже, во, не догнал. Ну, догонишь потом.